Уважаемые друзья, с вами программа «Национальный рейтинг. Дальневосточный вызов». Сегодня ее ведут Анна Акпарова и Дмитрий Волков. А у нас в гостях Андрей Жарков, президент компании «Алроса». Здравствуйте, Андрей. Добрый Здравствуйте. Андрей Вячеславович Жарков родился 11 февраля 1973 года в Женеве. Окончил Московский государственный лингвистический университет по специальности «Иностранные языки» и Московский государственный университет коммерции по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Занимал руководящие должности в таких компаниях, как горно-металлургическая компания «Норильский никель», «Центр строй реконструкция», «Приокский завод цветных металлов», являлся членом совета директоров «Новосибирский аффинажный завод», а также занимал должность заместителя руководителя Гохрана России при Министерстве финансов Российской Федерации и председателя совета директоров ПО «Кристалл». 23 апреля 2015 года назначен президентом акционерной компании «Алроса». Уважаемые друзья, сегодня у нас речь пойдет о вечных ценностях в самых разных смыслах этого слова. Во-первых, речь пойдет о бриллиантах, вот о тех самых бриллиантах. Которые мои лучшие друзья. Которые, да, ваши лучшие друзья. И тут я хотел бы вот начать с цитаты, с вашей цитаты, Андрей. Я бы хотел ее просто сказать, потому что она мне безумно понравилась. Говоря об алмазно-бриллиантовом рынке, я хочу отметить, что он уникален по своей сути. Бриллианты – это не просто товар, а эмоциональный символ любви, успеха, процветания, богатства и всемогущества. То есть, другими словами, компания «Алроса», она занимается… добычей и продажей богатства и всемогущества. Успеха и всемогущества. А во-вторых, сама компания «Бриллиант» – это такой не очень часто встречающийся пример глобальной компании, которая фактически является региональной у нас. То есть она, ее основная деятельность, если я правильно понимаю, сосредоточена все-таки в одном регионе Российской Федерации, несмотря на то, что в целом география ваша, по-моему, 10 стран, и довольно большое количество регионов есть ваше подразделение. Но все-таки она в значительной части региональная. И эта региональная компания добилась шикарных успехов на глобальном рынке. Ну, стала номер один в мире. И вот... Может быть, как раз и попросим Андрея рассказать нам о компании «Алроса». Хотел бы отметить вечные ценности, о которых вы только что говорили, что компания действительно... создает вечные ценности. И действительно, тот продукт, который производит компания, очень часто просто в профессиональной среде мы не говорим алмазное сырье, бриллианты, мы называем продукцией. Ту продукцию, которую мы производим, может быть, это не звучит так эмоционально, но тем не менее, как вы правильно уже сказали, действительно, алмазы и бриллианты, они являются спутниками свадеб, любви, потому что это символ чистоты, это действительно вечные ценности. Почему вечные? Потому что, если задуматься, то очень часто, когда женятся сыновья или выходят замуж дочери, мамы в качестве наследства передают свои украшения, и как раз украшения, в том числе украшения с бриллиантами. Поэтому действительно это вещи, которые передаются по наследству. Поэтому они действительно являются символом, в том числе и вечных ценностей, очевидно. Не просто любви, чистоты. То есть это что-то, что будет всегда, да, что останется навсегда. Чтобы бриллиант сформировался, ведь тоже должна практически целая вечность пройти, правильно я понимаю? Да, целая вечность. То есть... возраст тех алмазов, которые добываются в Якутии, он исчисляется миллиардами лет. Миллиарды лет? Да, то миллиарды. Есть, допустим, мы можем носить у себя на пальце миллиарды лет? Да. Кроме богатства и всемогущества, мы еще и о вечности поговорим. Но все-таки о компании. Как вы стали мировым лидером или как? Или как вообще вам удается добиться таких успехов? Ну, мировым лидером мы стали, в общем-то, выполняя ту стратегию, которая в настоящее время есть у компании, долгосрочную программу развития, которая является, в общем-то, основой работы компании, основой ее развития. Она предполагает и рост объемов добычи, и совершенствование нашей компетенции в сбыте,
алмазного сырья. И, естественно, все, что сопутствует этому, то есть это увеличение и чистой прибыли, и выручки, и дивидендного потока, и так далее, и тому подобное. Именно что... это делает компания лидерами. Но вот чтобы понять, вот, какой процент, может быть, из всех бриллиантов в мире добывает компания «Алроса»? Ну, если мы говорим об абсолютных величинах, в каратах, то компания «Алроса» действительно является мировым лидером по добыче алмазного сырья с долей порядка 25%. Но, может быть, какие-то цифры, вот, чтобы было понятно, вот сколько это в деньгах, в каратах? В деньгах, в каратах, ну, если мы говорим о результатах 2014 года, то компании было добыто 36 миллионов карат. 36 миллионов карат. 36 миллионов карат. Это поместится вот на этот стол? Нет, точно нет, точно нет, точно нет. 36 миллионов карат, выручка компании составила больше 5 миллиардов долларов. И, конечно, прошлый год мы закончили с крайне хорошими финансовыми показателями. Но вот, ну, за исключением, что, к сожалению, мы не показали планов, мы не добились плановых показателей по чистой прибыли, что было связано с отрицательной переоценкой. Да, там были свои курсовые разницы. Да. Ну, а вот все эти вот миллиарды, во что вы их вкладываете? В развитие новых проектов? Или я так понимаю, что у вас большая социальная нагрузка, да? То есть фактически вы такая системообразующая компания в Якутии, да? Там, ну, вот, где в основном алмазы и добываются. Или как? Наверное, с точки зрения руководителя компании, будет странно, если я скажу, что мы все деньги, которые мы зарабатываем, мы куда-то вкладываем. Почему? Потому что, естественно, мы работаем в первую очередь в интересах наших акционеров. Поэтому наши акционеры – это государство, потому что мы являемся государственной корпорацией. Да. То есть в интересах государства вы работаете? В интересах государства. Акционеры представлены не только федеральным государством, то есть Росимуществом, но и республикой. Республикой Саха-Якутия. Да, республикой Саха-Якутия. В общем, они немаленькую долю имеют, насколько я понимаю. Да, республики совокупно, с учетом тех акций, которые принадлежат улусам, то есть это местным образованием, принадлежит порядка 33% акций компании. А вот это очень интересная история. То есть часть компании принадлежат тем народам, которые проживают на территории. Да, на территории которой компания работает и осуществляет свою производственную деятельность. То есть фактически вы там и отвечаете и за какую-то социальные, да, там, это, знаешь, это является, школы, садики, ну, или что это там? Помимо того, или что... это вот через прибыль они уже как акционер? И да, через дивиденды, естественно, и через дивиденды. И УЛУС, и республика получает дивиденды ежегодно от результатов нашей деятельности. Но помимо этого, как вы правильно уже упомянули, естественно, компании лежит большая социальная ответственность. Компания несет и выполняет свои социальные обязательства. И в первую очередь, естественно, эти социальные обязательства сосредоточены на Дальнем Востоке, в республике Саха-Якутия, потому что в том регионе, где мы сегодня добываем, да. Если мы говорим о нашем... Я знаю, вы университет поддерживаете, да? Мы поддерживаем, поддерживаем Северо-Восточный федеральный университет. И... Давайте, может быть, попробуем взглянуть на компанию. Действительно, это хорошая такая подача на компанию, как на инвестора, да? То есть вы же инвестор, фактически вот осуществляя социальную функцию или строя, так сказать, расширяя свое производство, осуществляя свои проекты, вы являетесь инвестором. Вот если посмотреть с этой стороны, о каких цифрах опять идет речь? Вы насколько крупны? Ну, во-первых, вы правильно отметили, когда мы говорим о своих социальных обязательствах, мы всегда, когда в процессе утверждения бюджета, в процессе обсуждения бюджета с членами наблюдательного совета, мы всегда говорим о том, что социальные обязательства – это точно такие же инвестиции. Это точно такие же инвестиции в компанию. Тех людей, да, которые в тех людей, которые работают в компании. Поэтому мы с крайним вниманием и ответственностью относимся к этим вопросам. Почему? Потому что, в первую очередь, наши добывающие активы – это моногорода. Угу. То есть вся наша производственная деятельность сосредоточена в моногородах. Какой-то пример приведите. Какой вот моногород наиболее для вас? Мирный, удачный Айхал. Да, угу. Удачный Айхал – это моногорода.
То есть вся инфраструктура этих городов, которые на сегодняшний день существуют, даже находясь в настоящее время там, на балансе муниципалитетов, так или иначе, она создавалась и строилась при участии компании. Естественно, компания в первую очередь заинтересована в том, чтобы эта инфраструктура сохранялась, работала. Потому что люди, которые живут в этих городах, они так или иначе связаны с компанией. То есть это либо наши сотрудники, либо их семьи, либо те люди, которые работают в предприятиях, которые заняты в сфере обслуживания. По-моему, замечательный пример социальной вообще ответственности. А расскажите теперь нам о новых проектах, которые вы планируете развивать. Когда речь зашла об инвестициях, то есть ежегодный объем инвестиций, которые компания в настоящее время, и если мы говорим об итогах 2014-2015 года, то есть сумма инвестиций составляет порядка 30 миллиардов. Она колеблется плюс-минус год от года, да, но 30 миллиардов рублей в год. То есть это инвестиции... А давайте посравниваем. 30 миллиардов рублей. 30 миллиардов – это Алроса, да? Uh-huh. А корпорация развития Дальнего Востока оперирует цифрами 40 и 190 миллиардов. 40, ну, я называю примерные цифры – 40 миллиардов инвестиций государственных, 190 миллиардов частных – это уже подтвержденные инвестиции. Фонд развития Дальнего Востока, если помните, не знаю, 10... Там 15 миллиардов, 15 но миллиардов. Сейчас речь идет о докапитализации. И еще докапитализации, да. Тоже еще несколько десятков миллиардов. То есть вы один из нескольких крупнейших игроков, один из нескольких крупнейших таких вот, как говорят, якорных инвесторов Дальнего Востока. Вы определяете ситуацию? Я соглашусь, что, естественно, мы являемся очень крупным инвестором, потому что и наши запасы, и наша ресурсная база сосредоточена в этом регионе. Запасы компании более 600 миллионов карат, там, ресурсная база порядка миллиарда карат оценивается компания. Поэтому, естественно, разведка, разработка, добыча такого количества запасов, они требуют инвестиций. Если мы говорим об инвестициях ежегодных только в геологоразведку, они составляют порядка 6 миллиардов рублей ежегодно. Иначе говоря, вы вкладываете вот эти довольно существенные деньги, а это означает, что у кого-то что-то закупаете. А вот это как раз то, что интересует наших зрителей, потому что вы для них потенциальный заказчик. И об этом мы поговорим после перерыва. Мы вернемся к вам через несколько минут. Уважаемые друзья, с вами снова программа «Национальный рейтинг. Дальневосточный вызов». И сегодня ее ведут Анна Акпарова и Дмитрий Волков. А продолжаем разговор с Андреем Жарковым, президентом самой крупной бриллиантовой компании мира, компании «Алроса». Как звучит музыка этих слов? Бриллиантовая компания мира. Но мы сейчас про малый бизнес. Итак, вы очень крупный заказчик в том числе. И, конечно, многие люди хотели бы стать вашим поставщиком, подрядчиком. Вот как у вас в этом смысле работа построена? Если говорить о системе закупок, которой сегодня действительно уделяется большое внимание, не только самими компаниями, госкорпорациями, но и нашими акционерами, правительством, и Росимуществом, которое выполняет функции акционера нашей компании. Естественно, очень много делается для того, чтобы обеспечить прозрачность закупочных процедур. То есть мы постоянно контролируем те объемы закупок, которые осуществляются по открытым закупочным процедурам, и обеспечиваем год от года рост объема таких закупок. У нас работает созданная в компании электронная торговая площадка. Собственная, да, электронная торговая площадка, которая интегрирована с другими площадками. И сейчас, когда обсуждаются и, скорее всего, будут в скором времени приняты изменения 223 ФЗ,
которые регулируют закупки товаров и услуг государственными корпорациями, то мы, естественно, тоже внимательно следим за этими изменениями и работаем над тем, чтобы вовремя и должным образом мы были интегрированы. Я имею в виду, в первую очередь, электронную нашу торговую площадку была интегрирована в те площадки, которые будут в итоге осуществлять закупки товаров и услуг, являться, скажем так, площадками для осуществления таких закупок. Первое. То, что касается малого бизнеса, малого и среднего бизнеса, то, естественно, мы работаем в рамках тех директив, которые мы получаем от акционеров, и обеспечиваем ту минимальную долю, это уж точно. А, в общем-то, по сути дела, я не буду сейчас приводить конкретные цифры, но доля закупок малого и среднего бизнеса в общей доле закупок, которые осуществляет компания «Алроса», она больше, чем тот минимальный процент, который устанавливается этими директивами. Вы уже выполнили этот план? Выполнили, да. А расширяться? Ну, я говорю, у нас нет конкретной программы, направленной на расширение, но для нас в первую очередь важно это равнодоступность для всех участников, это прозрачность всех процедур. И, по моему мнению, это может обеспечить конкурентную среду и эффективность этих закупок. Если позволю еще полвопросика в этом отношении. Вот смотрите, все-таки вы, если говорить про Якутию, да, вы работаете, ну, действительно в тех местах, где вы и есть мир. Да, вот моногорода, это вы там, собственно, эту среду формируете. Поэтому фактически, как вы ее сформируете, вот если вы будете выращивать малый бизнес, то он вырастет. Если вы не будете его выращивать, то он не вырастет, он же сам не может компетенции нарастить. И, насколько я понимаю, у вас есть же, ну, наверняка куча всяких в этом смысле проектов. Вот хорошая идея, которую Министерство экономического развития продвигает, центр компетенций, да, где просто крупные компании учат работать с ними самими маленьких. Ну, я с вами согласен. Как раз вот если мы говорим об электронной торговой площадке, да, то это тоже один из таких, в общем-то, путей развития. То есть, почему мы создали собственную площадку? Чтобы сделать более доступным и понятным тот процесс закупок, который у нас сегодня происходит, и чтобы иметь возможность разъяснить тем потенциальным участникам, которые хотят прийти и закупать и поставлять для нас товары и услуги, чтобы сделать этот процесс более понятным. Просто у нас, конечно, есть особенности, так уж если говорить, потому что очень большая доля в объеме закупок – это поставка, там, условно говоря, там, дизельного топлива, там, авиационного керосина. Те вещи, которые, к сожалению, малый, средний бизнес, да, тяжело. И мы требуем, чтобы эти вещи, в общем-то, ну, не требуем, но мы хотели бы, чтобы эти закупки, они все-таки производительно шлялись. Потому что для нас очень важно, ну, авиационный цена, керосин, да, это. Конечно, ваша главная цель не развивать малый и средний бизнес. А развивать добычу алмазов. Может быть. Да, а и вот мы поговорили про то, как вы закупаете, а теперь где вы продаете свою продукцию и где можно купить вот эти замечательные 36 миллионов карат, куда направлять мужчин, скорее, но, чтобы... На сегодняшний день 90% реализации – это экспорт, я имею в виду алмазного сырья, да, это экспорт. То есть надо ехать куда-то, чтобы купить наши алмазы? Ну, может быть, и не надо. Или нам достаточно вот этих 10, да? 10% это сколько? 3,6 миллиона? Не надо никуда ехать. Почему? Потому что торговые сессии, которые мы проводим, они проводятся, в том числе есть торговые сессии, которые аукционы, которые тендерные продажи, которые мы проводим в основных мировых алмазных центрах, ну, центрах алмазной торговли. Это Антверпен, Дубай, Гонконг, Тель-Авив. Но все-таки основные торговые сессии они проходят в Москве. Сейчас, у нас тут здесь центр, да, да, тоже, да, алмазный, да, мировой. Сейчас вы знаете, что нами прорабатывается возможность открытия также площадки. Вот по итогам Восточно-экономического форума. Абсолютно, да? Точно, по итогам тех дискуссий, которые мы имели в ходе Восточно-экономического форума, мы рассматриваем возможности, прорабатываем, используя те сегодня возможности инвестиционные, которые государство предоставило, принимая те законы о свободном порту и о торах. Угу. Мы рассматриваем возможности тоже организации торговой площадки то в городе Владивосток. Владивосток в рамках, такой, да, же столицы. Торговая площадка. Вот, в чем тут, ну, соль? Существует понятие алмазной биржи. Я, честно говорю,
не очень люблю это название «алмазная биржа». Да? Почему? Потому что, ну, когда мы говорим о торговой площадке, да, мы в первую очередь подразумеваем необходимую для этого инфраструктуру. То есть, что необходимо для того, чтобы осуществлять, знаю, торговлю алмазным сырьем. Здания, да, какие-то измерительные, ну, приборы. Даже там речь не так в здании, да, и в помещении, хотя это тоже важно. Нормальные просмотровые, оборудованные просмотровые и необходимые условия для там, осуществления сортировки алмазного сырья. Но это и таможенные службы, это службы государственного контроля, которые осуществляют государственный контроль. То есть это пробирная палата ГОХРАН России, Федеральная таможенная служба, специальный таможенный пост. То есть все они должны открыть это все, свои, да, представительства. Все должно быть организовано, чтобы процесс экспорта осуществлялся быстро и эффективно, чтобы покупатель, приехав туда, просмотрев товар, выбрав тот товар, который он берет, имел возможность его очень быстро получить после оплаты. То, что мы... То есть это формирует, грубо говоря, если мы переносим площадку откуда-то к себе, да, это формирует вокруг этой площадки кучу всяких бизнесов и людей, и зданий, инфраструктуры. Да, и... да, это способно в том числе вокруг себя сюда формировать бизнес-среду. Бизнес-среду. Да, бизнес-среду. То есть, и... Но вот все-таки мне интересно, вот бриллианты. Где купить бриллианты? Для чего? Может быть, вот сейчас все-таки кризис, да, вот в кризис стоит ли покупать бриллианты, или как-то это уже не первоочередное? Конечно, стоит. Стоит. Бриллиант, потому что все же думают, в чем сохранить, держать в рублях, да, долларах, бриллианты, как сохранить свои сбережения или накопления. Мы говорим, бриллиант – символ вечной ценности, но по-настоящему что за этим кроется? То есть это возможность сохранения стоимости. По-настоящему, если мы посмотрим даже на текущий год, несмотря на ту турбулентность, которую мы видим на товарных рынках, если мы начнем сравнивать цены на бриллианты или алмазное сырье в сравнении с другими commodities, с другими товарами, там, нефть, цветные металлы, драгоценные металлы, то мы увидим, что мы гораздо стабильнее выглядим, чем многие другие. То есть те, кто вкладывает бриллианты, они остаются в выигрыше? Просто да, возьмем и сравним, условно говоря, там, на горизонте последних, условно, прошедших там, нефть, 5 лет, да. И нефть бриллианты. Или золото и бриллианты. Угу. Да, может быть, у них ликвидность ниже, чем той продукции, о которой мы говорим. Но для этого мы сейчас как раз прорабатываем возможность запуска нового инструмента. В первую очередь мы хотим его запустить в России. Это инвестиционные бриллианты. То есть это некий как? Продукт. Это вот как счет в бриллиантах, да? Но, честно говоря, я только сегодня обсуждал с коллегами Министерства финансов, как раз каким образом это может быть организовано. И один из возможных вариантов, который обсуждался, это, да, в том числе задействовать банки по аналогии, как они работают с драгоценными металлами. Ну, по-настоящему сейчас механизм до конца еще не выработан, но, тем не менее, инвестиционный бриллиант – это бриллиант, который должен быть упакован в неделимую эту упаковку, иметь соответствующий сертификат, иметь соответствующую метку, которая бы защищала этот бриллиант и мог его идентифицировать, с тем сертификатом. А он где будет храниться? У человека или где-то? У человека, мы считаем, да? Что он должен храниться у человека. Да. В отличие от золотых, например, счетов, когда золото хранится в подвалах. Я все-таки считаю, что здесь принципиально важно популярность этих инструментов. Она связана с тем, что человек может физическим. Потому что в чем интерес бриллианта как инвестиционного инструмента? Он капиталоемкий. Мы, будучи абсолютно уверенным в будущей стоимости бриллиантов и алмазов, мы будем гарантировать обратный выкуп для людей, которые вот будут приобретать. Вот это вообще очень интересно. Мы будем гарантировать обратный выкуп. Sorry. Я не могу сказать, что цена все время растет, но у алмазного сырья и у бриллиантов есть такая хорошая особенность. То есть даже в случае падения цен на эти товары, на эту продукцию, она очень быстро восстанавливается. Спасибо вам огромное, что вы пришли. И что бы хотелось сказать в конце? Вот есть такая классная вещь, как бриллианты, которые развивают огромный бизнес. Огромный, большой, очень глобальный, очень технологичный, очень современный бизнес. И одновременно с этим мы понимаем, что этот бизнес, он основан на том, что дано нам Богом, и то, что отстояли наши предки. И, может быть, очень важно, что вот
вот эта философия компании «Алроса», о которой мы сегодня услышали, о том, что эта компания не просто вот пользуется этим своим положением, она занимается тем, что формирует пространство вокруг себя, формирует мир вокруг себя, как мир, связанный с бриллиантами, мир любви, богатства и процветания, так и мир, связанный с тем, как работают все эти производственные процессы, мир такой вот жизни, работы малого и среднего бизнеса в том числе. С вами была программа «Национальный рейтинг. Дальневосточный вызов». Ее вели Анна Акпарова и Дмитрий Волков. У нас в гостях был Андрей Жарков, президент компании «Алроса». Всего доброго.